прилетели мы в Баку. Аэропорт, конечно, впечатляет. Посмотрим, чем будет дальше. Итак, наступил новый день, а мы начинаем гулять по Баку. Сейчас направляемся в сторону Каспийского моря. Вот вошли мы в старый город Баку, ходим по местам съемок «Бриллиантов руки». Ну, тут как раз одно из киношных мест, там, где герой Андрея Миронова повстречал девушку легкого поведения. Но это вот еще одно легендарное место, там, где снималась «Черт побери». А! Черт побери! Черт побери! Черт побери! А! Черт! Ну, вот это, пожалуй, главная достопримечательность старого Баку. Где еще башня? Еще один местный прикол – Венеция по-бакински.
набережная на фуникулёре к пламенным башням. Вот, ну вообще фуникулёр, конечно, сейчас довольно весело был. Стояли, наверное, где-то полчаса, ждали, пока его запустят. Не знаю, вряд ли, конечно, так постоянно, но прям процедура напоминала, как будто его в космос собираются отправлять. У нас первый день Баку подходит к концу, спустились мы снова на набережную. Но вообще, резюмируя, должны сказать, что вот то, что мы сегодня увидели, конечно, очень-очень приятно удивило. Совковости вообще никакой не чувствуется, то есть вот и старые районы, и новые районы, настолько все цельно, невычурно, настолько все как-то со вкусом сделано, что просто очень приятно. Вышли мы из музея, уже бродим по заповеднику. Здесь такая большая концентрация исторических петроглифов. Говорят, там сестерицы.
сюда, ни сюда. А мы уже приехали на грязевые вулканы. Сейчас посмотрим, что здесь происходит. Вернулись мы в Баку и приехали, пожалуй, к одному из самых интересных зданий города. Это центр Гейдар Алиева. Начинается новый день, и мы решили посвятить его снова прогулкам по Баку. Сейчас ходим по тем местам, где еще не были в первый день. Дошли до площади фонтанов. Ну, конечно, по сравнению с вчерашним днем, где приезжали всякие кишлаки, разница, конечно, такая разительная. Но в целом здесь все стильно, приятно, красиво. Ну вот сейчас с площади государственного флага на фуникулёре мы поднялись на холм, с которого открывается шикарнейшая панорама всего Баку. Ну а здесь еще находится такая важная достопримечательность города – аллея шахидов. Здесь похоронены люди, которые погибли во время волнений, происходивших в 90-х годах. Итак, мы продолжаем гулять по Баку. На вечер глядя вышли на какой-то красивый бульвар. Ну, здесь, еще раз повторяю, конечно, все очень стильно и прикольно. Вот. Сейчас направляемся в старый город, походим, фотографируем его уже с фонариком.
Приехали мы к еще одному интересному месту, которое расположено в окрестностях Баку. Это храм огнепоклонников зороастрийцев. Так, вернулись мы в Баку, потом пересели на другой автобус и приехали в еще одно село, которое называется Янартак. Здесь вот такое интересное природное явление – горящая гора. В общем, у нас сегодня огненный день. Вот приехали мы на третью точку сегодня, это этнографический музей Гала. Находится он в одноименном поселке. Так, ну у нас последний вечер в Баку, мы вышли на пешеходную улицу Низами, прогуляться немножко. Сейчас дойдем до площади фонтанов, посмотрим ее при вечерних огнях. Сегодня мы решили устроить музейный день и начнем с музея ковров.
Мы тут совершенно внезапно наткнулись на памятник Александру Сергеевичу. Ну а тем временем путешествие у нас на этом заканчивается. Мы уже движемся в аэропорт, ну и нам предстоит долгая дорога. Сначала Ростов-на-Дону, потом Москва, ну а потом уже Самара. Приехали мы в аэропорт. Сейчас, наверное, немного внутри еще поснимаем. Там в аэропорту тоже очень красиво. Вот, ну, в общем, прошли мы уже в чистую зону. Приехали, конечно, рано, но где-то через полтора часа, надеюсь, будем садиться уже в самолет и летать в Ростов-на-Дону. Доброе утро. Ну, мы уже переночевали в Москве. Сейчас уже в аэропорту Внуково. А в Москве, конечно, жарче. Сегодня где-то в районе 30 градусов мороза, а завтра даже обещают 38. Ну а нам остается последний перелет. Сейчас уже летим домой в Самару. Приехали мы в Самару. Здесь, конечно, не минус 30, так приятненько, снежок, примерно минус 6. Вот. Ну и на этом наше путешествие заканчивается. Прощаемся до следующей серии.